просто зрители. Сальса была в начале, и сейчас снова будет сальса, но немножечко другая. Сальса бывает из разных городов и разных стран. Первая была сальса Нью-Йорк, сейчас будет кубинская сальса в исполнении школы танцев Франко Вальдеса. Да-да-да. И очень важный момент, который хочется отметить вот именно об этом танце, он импровизационный, он не постановочный. То есть он сочиняется в момент исполнения, прямо здесь, прямо сейчас перед нами. Студия Франко Вальдеса. Аплодисменты.